Всем привет, как он с тобой и на ТВ. Сегодня покажу красивую игрушку, где мы будем играть птицей и змеей. Как-то это немножко странно, но тем не менее игрушка очень красивая и в принципе должна быть потом сложная. В общем, здесь нужно постоянно изгибаться и таким способом проходить уровни. В конце нужно зайти в портал, но обычно еще нужно накушаться, чтобы увеличиться. Игрушка, как я знаю, есть еще на мобильнике, но я играю в Steam-версию. Так, здесь нужно будет не упасть. Если я упаду, то, естественно, я проиграю. Как видим, мы видим, опа-опа, держимся, все в порядке. И залазим в портал. В принципе, интересно, я думаю, дальше вообще будет прям зашибенко. Так, дальше пошли на следующую миссию. Пока что все несложно. Но мне нравится, реально, еще раз повторюсь, визуалка. Так, я совсем маленький, поэтому не могу здесь пройти. Так, теперь я тройной стал. А, вот и все. Короткие миссии, однако. Но, тем не менее, сейчас пойдем дальше, посмотрим, что будет еще. Так, с пятой миссии, шестая у нас открылась. Дальше, я как понял, зимой миссии будут. Так, вот птичка, интересно, что-нибудь могу я ей сделать? Но здесь слишком... прикиньте. Опа, застрял. Тут нужно как-то аккуратно упасть. Вот это мне уже нравится. А, вот. Как я так-то на ходу? Нужно не упасть. Все. Ну, наконец-то. Вот. Это хорошо, когда игрушка уже вызывает определенные сложности. Так, пойдемте на шестую миссию, посмотрим, что здесь. Напиши обязательно свое мнение об игре. Ух ты, сколько еды. Надо все собрать, не забыть. Ага. То есть я должен именно все собрать. Но пока не сложно. Немножко запутал свою змею-птицу. Так, ладно, круговую сделаю и... А интересно, если бы я сам себя съел, что бы было? Не буду это проверять. Пойду лучше на следующую миссию. Так, седьмая миссия здесь, блин, на одной... Ну-ка, можно посмотреть карту? Так, тут у нас есть пустыня, какое-то болото. Ладно, седьмая миссия, посмотрим, что здесь у нас. Так, снова покушать и портал где-то... Ух ты, тут нужно уже аккуратно перелазить. Блин, я сейчас тут... Ну ладно, упаду, но пойду далее. Вот это мне нравится, на самом деле очень... Оу. Блин, вот тогда. Попробуй здесь залезть тогда. Блин, слушайте, я не могу залезть здесь. Ёшки-матрёшки. Так, вот, нужно прям крюком извиваться. Теперь я длиннее стал. Не упаду, нормально все. Ну-ка, птица, иди ко мне. Чё ему? А, ничего не сделает, все. И портал, отлично. Во, вот подлиннее бы еще миссии были, вообще было бы шикарно. Так, восьмая миссия. Посмотрим, что у нас здесь. Так, если я не смогу пройти миссию, я... Клюв такой смешной. И все, я не могу ничего сделать. Так, перезапускаю. Так, ну здесь вроде просто. Так, давай попробую сюда слезть теперь. Вот. Так, это портал, да? Теперь сюда. Главное не упасть. Пасть. Все, отлично. Так, секундочку. Все, осталось только арбузик взять. Ага, все, это выход. Отлично, отлично. Мне нравится эта игрушка. Сейчас пойдем на восьмой, или какой уже у нас уровень? 47-й. Что он здесь делает? И как будто еще бонусный уровень. Так, ну, посмотрим сначала 9-й уровень, а потом уже на бонусный сходим. Вот здесь я точно могу шлепнуться. Так, сейчас я уберу мышку, чтобы... Ага. Как тут пролезть-то? Я... О, не упал. И нужно... Блин! Угу. Так я теперь не пройду никак. Я здесь неправильно сделал. Нужно планочкой. Потом... Потом как? Блин, я же не ожидал, что сейчас шлепнусь. Ё-моё. Так, еще разочек. Может быть, вот так я точно шлепнусь. Да тихо-тихо-тихо. Да вот, ну все. Да ё, слушайте, вот это, да, давай заново. Так, здесь понятно. Дальше-то что? Ну-ка, оп. Тихо. Во, круто, вот, да блин, сам себе проблем создал. Ай, шикарно, как так можно было создать самому себе проблему? Так, нужно наверх, по-моему, потом вот так. И просто наверх нажать было. И все. Фух, круто. Вот, теперь становится действительно интересно. Поэтому, если хочешь продолжение, обязательно напиши по поводу этого. Так, поехали, посмотрим. Бонусный. Где-то в облачках. Интересно, время или что это у меня? Почему какая сложность здесь? Так, там человек... Все, что ли? А, просто...
Ай, ну я уже слишком, понятно. Я думал, просто вниз нужно, поэтому я и проиграл. Так, вишенку нужно. Ага, я не могу из своего хвоста пролезть. Блин, я сам себя здесь перекрыл. Все. Так хорошо мне вначале было, на самом деле. Так, давайте зигзагом тогда. Так. Оу, лишний раз нажал. Нормально. Так, пойдем еще раз здесь. Пока здесь могу. Так, и вот тут нужно. Блин, я аж опять. Как-то неудачно-то получается. Да ё-моё. В общем, собираем все. Здесь на самом деле даже просто, я бы сказал. Единственная точка, где много можно держаться, это вот эти двушечки, то есть по бокам. И мы по ним залезем. Фу, отлично. Это было несложно. Нормально. Бонусная миссия пройдена в облачках. Так, идем далее. У нас какая-то 47-я миссия. Мне просто интересно, что это такое. Почему 47-я? Наверное, она очень сложная будет или нет. Так, понятно. Нужно мимо этой ягоды пройти, потому что я тогда банан не возьму. Все. Пройдено. Готово. Так, ну ладно, вернемся по нормальной миссии. Так, у меня 10. О, а что такое у нас? Окей, ладно, 10. 10 миссия. Посмотрим ее. Так, тут только она. Понятно. Так тут. И как? Как мне это. Я же. Все, вот оно. Интересно. Это очень круто было, кстати. Вниз башкой главное не падать. Все. Игрушка все дальше удивляет и удивляет своими решениями к головам. Пойдем на 11-ю миссию. Посмотрим. Ух ты, мы под водой. Так, а это что за друган? Я не знаю. Так, он. Я теперь. А как я переключился? Почему? Что произошло? Как его разбудить? Я теперь не залезу. Может, какой-то кнопкой надо было? Может, я его мышкой могу выбрать? Да, теперь нужно переключаться. И мне что? Ага, теперь нужно вдвоем выбраться отсюда. Ну, в принципе, это несложно. То есть, этим сюда сделать. Давайте тогда вот так. Оп-оп-оп. Управление здесь еще и с мышки, может быть. Поэтому вдвоем удобнее так. Ну, а это просто. Все. Прикольно. Это действительно усложняет процесс. Так, у нас какая следующая миссия? 12. Ну, опять под водой. Опять, наверное, вдвоем будем, да? Ну, здесь явно. А как я вылезу? Нужно вытолкать себя. Давай-ка. Ну и все. Ну и следующий. Оп. Всего-то. Делов оказалось. Так, следующая миссия. 49-я. Разнообразие. Как-то прям странно здесь миссия. Ух ты, мне нужно эту ягодку съесть. Я уже один раз тут с этими ягодками надолго застрял. Так, хорошо. Так, я тут на. Вот, вот, точно, это гениально. Так, нужно побольше себе сделать проход. Оп, оп. Так, понял. Как у тебя зацепить-то тут? Ну-ка, попробую здесь вылезти. И вот так. Так. Да ё-моё! Ну здесь все, шаг упал. Во, кстати, хорошая мысль. Да блин, хороший да не очень, потому что хвост заканчивается и. Ну это вообще бред какой-то. Надо небольшой, да, вот прилавочек такой сделать. Блин, я аж падаю и не могу залезть. Вот с этими почему-то у меня вечно какие-то проблемы. Что я делаю? Что нельзя? Тут непросто, это понятно. Ну да, вот такой вариант, он проигрышный сразу. Хорошо, давайте наверх залезем. И попробуем отсюда. Если я максимально, то я дрюкнусь. Так, попробуем отсюда чуть-чуть приближаться. Это не вариант.
здесь. Мне как-то за хвост нужно зайти. Я им... Как-то прям друг за хвостом. Ну, нужно прям за хвостом успеть. То есть... Вот я уперся в него. Один шаг, один лишний шаг получается. И вот оно расстояние, которое все решает. Эх, как я. Может быть, мне попытаться вот так? И я тут никак не упаду. Еее! Это вообще забавно. Так, больше мне такие миссии, надеюсь, попадаться не будут. Пойдем на 31-й, посмотрим, что здесь. Это что такое? Ага, это какой-то телепорт. Теперь сюда опять. Так. И проходим здесь. Все, отлично. Ну, это понятно, что как введение здесь, но оно тоже непростое. Так, возвращаемся в 13-ю миссию, посмотрим, что у нас. Так, опять братаны. А как я вылезу отсюда? Как я отсюда вылезу? Мне как-то братана надо спасти. А, о-о-о, слушайте, это круто. Это сразу же. Догадался, но интересно. Ништяк. Что еще добавить? Ну, напоследок какую-нибудь миссию. Может, что-нибудь бонусное откроется? Нет, 15. Давай, 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 тогда 56-ю. Посмотрим, что у нас тут. Должно быть вообще жесть какая-то. Тут нужно другана провести. Шипы. Ага, это мы труп. Так. Нужно какой-то себе... Вот, может быть, и так он сможет пройти. Он двушечкин, он двушечкин, да. Так, не-не-не. А можно как-то? Как я могу переключаться? Никогда больше. Хорошо. Он должен быть вот так. А, нет-нет-нет-нет. Нужно сначала вот так. Он перелезет. И вот так пусть держится. Потом мы идем сюда. Он пусть переходит дальше. Оп-оп. Так. Все, друган может перейти, да? Спастись. Мы, надеюсь, тоже, да? Попробуем. Все, отлично. Ну, кстати, не так сложно. Все, на этом закончим. Если хочешь увидеть еще игрушку, то обязательно на нее сыграем. А с тобой был Инат ТВ. Пока.